Здравствуйте, друзья! Я извиняюсь, если кто-то не успел покушать, вот, и мы его, может быть, как-то раздразнили. Это тортик манго. Я правильно говорю? Ну да, манго. Принесли тортик молодые люди, так их было трое, вот их тут. Они когда-то у нас все втроем и снимались, но вот не помещаются в кадр, не получается. Вот. Вот они у меня, вот так я их бочком покажу. Вот. Значит, вы приехали в январе 2014 года, то есть почти два года назад. Да. Про вас я помню, что были юристом. Да, оба. А вы были оба юристы. А это вы ее... С ней познакомились, когда на практике у вас была, да? Все, я помню, У нас просто много юристов из Беларуси. И я просто пытаюсь сообразить, это та пара юристов или это другая пара юристов? Да. Вот, пришла на практику и так вот и пропала. Ну, у нас же есть еще друзья юристы, которые у вас учились. Да, да. Мы же там про Жириновского вообще не говорим. Да, у него папа юрист. Так, хорошо, так вы что тортик-то принесли? Что этот тортик-то? Что? Ну, Thanksgiving же приближается, праздник. Хотим вас поблагодарить за все, да, за все хорошие дела, за нашу изменившуюся так, жизнь, вы, новую реальность. Как вы в новой реальности-то живете? Где вы? Хорошо. Здесь? Здесь, прямо через дорогу. От вас. Работаете? Да, работаем. С удовольствием? С удовольствием. Больше мальчиков у вас не намечается? Пока нет. То есть планов нет таких? Нет, планы есть, но не намечается. Надо же равновесие. А вот вы скажите, вот у вас нет такого намерения, может быть, рвануть куда-то, где вот стоимость жизни ниже, а зарплаты хорошие, и там какое-нибудь домище себе прикупить? Я не говорю про Беларусь, но там нет, вот... Такие намерения есть, но, знаете, надо здраво оценивать. Да. Надо калифорнийского опыта, опыта Силиконовой долины набраться. А вы, я здесь, мануально тестируете или так автоматизируете что-нибудь? Сейчас вот многие спрашивают. Ну, я 90% автоматизирую. На чем? Selenium Python. Хорошо, а вы? А я Graybox, manual в основном тестирование, API в Groupon. Я делаю. Компания Groupon. Да. Друзья, если кто не знает компанию Groupon, срочно, значит, пойдите и посмотрите, что это такое. Значит, Graybox вы как делаете? Ну, у нас есть специальный тул, ODA называется. Он, в принципе, open source, который когда-то написали в Groupon. Свой собственный, можно сказать. Ну да, то есть мы отлавливаем респонсы, реквесты с сервера, переписываем их, смотрим, чтобы... Типа фидлера что-нибудь. Ну, что-то такое, да, похожее. И смотрим, чтобы мы правильные реквесты посылали со всеми нужными параметрами. Понял, понял. То есть вы так как бы протоколы какие-то там знаете. Да. Хорошо. Да, ну вы же адвокат, вы же должны по протоколу все. Привыкли протоколы-то снимать. И самое интересное, что у нас в команде девочка, она тоже заканчивала вашу школу, она из Индии. Так. Вот. И мы с ней... Только вдвоем в команде, кто пришли как контракторы, и потом получили фулл-тайм, то есть вот этот вот. То есть вы с ней как родные. Да, надо вас помнить. Хинди, Руси, бхай-бхай. Да, ну это так. Хорошо, я передам. Значит, так, молодой человек, ты в школу-то ходишь? Сколько лет? Да. Сколько лет ему? Сколько тебе лет? 7. 6. Подождите, это куда? 6. В апреле будет 7. В апреле 7. То есть он в киндергарден или прям? Нет, он первый первоклассник. Да, первоклассник. В какую же вы школу ходите? В Элмонд. А, то есть вы в Лос-Алтовские школы? Да, мы тут же и остались, да. Мы вот как приехали сюда. Ну, в школе, скажи такое, в школе детей не обижают? Не обижают. А бывает, что дерутся? Не дерутся. Ну, а там девочек за косичку дернуть, нет такого? Нет. Ну, как дети безобразничают, скажи? Ну, никак. Ну, подожди, так а что же, где же радость детства? Хоть чуть-чуть безобразия какие-то вы же делаете. На площадке делаете безобразие? Ну, там. На площадке можно там. Да. Но пихаться нельзя там, допустим? Нет? Нет. А учителя не кричат на детей? Нет. А там подзатыльник, знаешь, куда? Подзатыльник, да? Откуда ты знаешь? Откуда знаешь, что такое подзатыльник? Откуда ты знаешь? Нет, это называется щелбан. Это другое. Ну хорошо, хорошо. Значит, друзья, у нас тут еще гость есть. Гость, вы откуда? Я из Москвы. Так, проездом у нас гость. Проезд. Так как вам вот ребенок?
Вот как это потерянное детство, где они там, можно сказать, не безобразничают? Не замечаю потерянного детства в ребенке, слушай. Отличный ребенок. И хорошо по-русски говорит, что примечательно. Молодец, молодец. Он на каникулах был у бабушки. А, то есть он ездил в Беларусь. Да, в Минске. На 3 месяца почти. Я извиняюсь, он там это бульбу кушал. Что ты делал в Беларуси? Он очень любит. При слове бульба... Он пополнился. Бульбу кушал. Было такое? Так, ну хорошо. Тебя там, а там тебя дети не обижали? Нет. То есть никакой разницы в поведении детей там в вы, по-моему, из Гродно были, да? Мы из Минска. Из Минска. Там, между Минскими и вот Силиконово-долинными разницы нет детей. Там была интересная история. Взрослые из Белоруссии, как рассказывала наша бабушка, спрашивали его иногда: а вот где тебе мальчик больше нравится, в Америке жить или в Беларуси? Провоцировала, так. Да, ну. Вот интересный такой неполиткорректный вопрос для ребенка. Так. Но ребенок у нас молодец, и бабушка ему очень гордилась. Что он сказал? Политкорректно. Он сказал: а как я могу выбрать? У меня друзья есть и там, и здесь. Да. Так вот, вот он, так. Вот так он. А, у нас есть, ну скажем так, свекровь моей дочери, да, вот наши инло в Минске вот живет, значит, Лариса Александровна. И Лариса Александровна была здесь, и они пошли на там фармерс маркет и купили семян. У нее там огород, там дача, и она решила вот что-то такое посеять. И там у нее толком ничего не выросло, но выросла тыква. Но тыква выросла такая, что все вокруг думали, что это вот, знаешь, там принцесса сейчас превратится в карету там, для Золушки. То есть тыква была такая, что весь этот приусадебный участок ходил на нее смотреть. Вот как наши такие тыквы. Вот ты фактически такая американская выращенная белорусская тыква. Нет, не понравилось. Скажи, я больше принц, да? Чем кто? Больше, чем кто? Да. Чем тыква. Ну, хорошо. Ладно, так давайте вернемся к гости. Значит, гостю зовут? Саша. Саша. Сашенька, так вы как давно по Америке-то гуляете? А, 2 неделя уже пошла. Ну и как вообще? Вы загорели, да? Да, я занималась серфингом в Морро-Бэй и ещё южнее, чем у вас Морро-Бэй. И доска есть? Нет, я на прокат брала. Так, а вы до этого где-то серфали, я извиняюсь? Да, на Канарских островах. То есть приходилось? Да. А так вы загорели на Канарах-то или тут? Нет, я загорела тут. А скажите такую вещь, я вот сам как никогда не серфующий человек, я вот вижу, они там мальчики, девочки, там они в воде, там в Санта-Крус их много. И есть такое, что вот ты на доске исключительно хочешь вот волны, а тут какие-то кавалеры там заигрывают. Ну, случается, да. Но обычно это обмен междометиями: а, привет, какая сегодня теплая вода, и все, и все поплыли. Ну, вы можете по-английски-то? Конечно. То есть не то, что у вас там какие-то проблемы? Нет, нет, мы общаемся все на серферском. Ну, то есть можно, можно. Да. Как волна-то у нас тут? Ну, в Морро-Бэй волна ужасная была совершенно. Я даже кататься не стала. Сильно? Я новичок, и было, да, как-то чересчур. И потом при движении на север все холоднее и холоднее океан становится. Так у вас костюмчик-то есть или что? Я без костюмчика. Да вы что, и на прокат не брали? Нет. Вы прям, знаете, как не то что из Москвы, прям как из Мурманска какой-нибудь. Там. Я до этого была в Иркутске, поэтому у меня все нормально. А там тоже волна или что? Нет, там конференция была. Но вы что, в Ангару пошли? В ледяную? Нет. Мы не было желания в Ангару? Мы Байкал посещали, но не окунались в него, только смотрели. Ну, то есть нормально. Да. И ну, потом сразу сюда. Ну, то можно жить в Америке вот так вот вы там за пару недель? Да, я понял, волна нормально. Ну, там... можно, да. Можно кататься. Вот вы можете передать привет. Привет, папа. Вот папа смотрит наш канал. Папа смотрит, да. Вот, видите, как мир тесен. А папа у нас был как-то раз на канале, да? Или папа это... был в качестве упоминания о папе, а-а-а. Потому что он написал приложение Get an Autograph. Вот, и вы упоминали о нем. Да. В своем ролике. На мобилках там. Да, на мобилках. Ну что же, папе привет, значит. Как приложение это, которое мы упоминали, живет? Ну да, что-то там происходит с ним. Я, правда, не знаю, какие продажи и... Ну хорошо. Ой, кого такая ерунда волнует. Главное, чтобы фан. Хорошо. Друзья, мне стоит немалых усилий поместить всех троих в кадр, но я вот специально так уже пристроился, и вот мальчика на стул посадили, с тем, чтобы мы все могли им так привет сказать, а вы тогда, кто смотрит, значит, делаете вот как наши гости, вот знак такой, лайк. Вот, и ты давай тоже делай. Вот, лайк. Вот он там сделал такой, типа, кукиш, но это не важно. В общем, это знак лайк. Типа, чтобы дальше все было хорошо. Молодец.